трэба пацярэць піпішку ў гэтага мужыка. Так, я вельмі хачу быць шчаслівая, таму сейчас патру. Только это я сейчас замажу, чтобы вы не видели. Это 18 плют. Плют. Только. Bonjour, monsieur et madame. Мы начинаем свое путешествие. В Америку. Вот она, Америка. Продюсер переживает, что я не снимаю во влог ничего. Вот я снимаю. Только меня гнобит, что я ее бэкстейдж не снимаю. А сама тут позиции не снимаю. Вот, смотрите. Это то, что мы обычно видим во всех фильмах, где сидят на ступеньках. Смотри, какой красивый вид открывается. Линкольн все это видит. Загуглите, если кто-то не знает, кто это. Достопримечательность. На ладошке помещается. Это просто прыгажосць. Это Кеннеди Центр. Подсвечены колерами украинского стяга. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину відіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Карасей, у Вашингтоне DC есть помник Костюшка. Это оригинал, а копия есть у Польши. А у Беларуси что? Раз буры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, 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 и похавае свет стары. Мур хутка рухне, 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 и похавае... Карацей, мы знайшлі ў музеі ў Вашынгтоне две карціны Суціна, які намаляваў Еву нашу вядомую. І там падпісана, што ён расійскі художнік. А Сашка прыйшоў у адміністрацыю і піша заяву, каб змянілі на тое, што ён беларус. Я мой Суцін. Малайчына. У парку недалеко от музея мы знайшлі Шагала. Шагальчик родненький! Прыгажосць. Хотите себе такой вид из окна? Вот такой вот вид нашего места, костёла, где мы выступаем. Тихо всегда, спокойно. Дорого. Сейчас у нас репетиция. Вот такой зал. Вот такая церковь. Это мы, белорусы. Давайте флот тогда! Давай! В Belarusian community in Washington DC. Собака поздравляет с концертом. О-о-о! Передала тебе все свои глисты уже. Не видите, что это? Это стало из Украины. И после концерта мы устроили тут такое пати. И зараз будем есть из зала. Нет. Божошенок, смердись трошки. По-собачьему. Ты смердишь по-собачьему, да? Пока сижу, чекаю свой рейс, який затримливается до Майами. Читаю новини, и старый дед захопил все новостное пространство. Ракеты прихватил, молодец. Глядите, все, как на картинках нам показывали. Это все не фейки, это Майами!
Капоне, на секундочку. Как вы разумели, мы бежим зараз на мюзикл. Двери головные зачинили, потому что все. Когда спектакль начинается, дверь зачиняется. И ты можешь зайти на спектакль только... я не ведаю, каким ходом, а лишь мы тут бежим. Нас пустили, нам дали маску, и нас вот зараз проводят у залю. Это вам не Минская филармония, конечно. I've got trails on my head, just aiming for a destination. I've got a dream in my head. И пьем мы Сангрию. Про бананы, зараз расскажу про бананы. Короче, у нас бульба в Беларуси, у них тут бананы. Зараз буду есть банан. Это жареный банан. Жареный банан с рыбой. С рыбой. Я бы на вот и не поняла бы, что это банан. Прикольно. Видите? Путин на вот у Майами. Путин хуйло. Мы зашли взять клавиши моему концертмейстеру на прокат. Вот, видите, какой тут гитар. Я в шоке, я николи не бачила столько гитар. А там еще некие комнатки, бачите? Кто меня ведает, то и ведает, что я без супа, без борща не могу. Я нашла тут в Америке суп, а лишь глядите, какими лыжками мне треба будет есть. Ну это что это такое? Ну это Америка. Даже не знаю, что едят суп нормальными ложками. Лишь суп. Вот такой суп. Американский. И такая маленькая ложечка. Буду щербач. Татьяна, что вы чувствуете? Ваше ощущение. Дуже смачная цукерочка. Вот такая смачная. Неплохо больше не чувствую. Что вы чувствуете? Я чувствую, что сегодня вечер, и когда все это скончится, будет вельми клево. Короче, мы чувствуем себя отлично. Мы красотки. А ощущения я замечательные. Перед концертом. Вот мой фанат из Майами. Ну давай, кажи, что ты хотел мне сказать. Давай, Маргарита, вся Беларусь тебе зараз будет глядеть. Я вельми вас кахаю. Вы вельми... вельми кахаю... Як співачку. Yes! Yes, of course. Как белоруску. Как самого лучшего белоруса даже. Потому что вы очень-очень-очень ответственные. Ответственность. Не, по вам надо снимать фильмы. О, как. Ну все, так я снимаю вас. Живи, Беларусь. Все. Ну и живи, Беларусь, и живи вечно. Yes. Приветствие, Бостон! Бостонская библиотека. Веншую нас всех с усветным днем белорусской культуры. И как говорил девушка Стюшка, Беларусь must go on. Ты.
боль, ты пробачь, ты прими своего сына. За тебе я б умерти дозволь, ты пробачь, ты прими. Бостон! Дякую вам великі за нашу з вами зустрічу. Це було просто невероятно. Дякую великі за квітки, за подарунки. Всю довезу! Ось, хоч і прошу, не даруйте мені квіта. Дароч! На чилі, на расслабоні. Блін, просто на вулиці. Вот тут, в такому басейні. Привіт! А когда на море качка и бушует ураган. Ну и крупненько. Hello. Поведу тебе экскурсию. Короче, тут живут наши белоруски. Видишь, тут у них что есть. Это типа такое место пользования дома. То есть наверху вот это вот все открытая террасочка. Вот это вот всем этим можно пользоваться. Тут гриль, всякие лежаки, там вот кухня большая. Прямо на 21 этаже, на самом последнем. Ну и вот, короче, мы тут заседали. Тут был стол такой шикарный. Короче, этим всем можно пользоваться. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zahi. Happy birthday to you. Короче, мы в городе Салем. Салем. Салам алейкум, ассалам. Где город ведьм? Ну, собственно, приехала. В столицу родины приехала. В город ведьм. Пойду смотреть судебное заседание, как проходило над ведьмами. Ну вот, видишь, 1692 год. Кто знает, может, я тогда жила или нет. Приговорили ведьму к смерти. И сожгли все там, что их повешение у них тут было. Вот так вот, такая вот история. Let's go. And step to the beat, let go. And do my ось она, ведьмарка. А ось другая. Она была собі. Капелюшка. Буду ходить. Ведьм. А? Живи, Беларусь! Живи! Саня делает фотографию. Исторический момент. Попроси. Окей, great. Thank you very much. Thank you so much, sir. Anything else? No, that's... All right, drive safe, all right? I'll turn off my headlights, lights, look out for any traffic when merging back on the road, okay? Thank you. Thank you. Thank you, bye. Таня превысила мили и обогнала полицейскую машину. И дядя нас отпустил. Ну, потому что Таня молодец. Нью-Йорк! Свиданки! Вот ваша Америка какая! Красная, гранатиша! Нет, красная, люди трутся друг от друга. А если бы все было, если бы столицей США был Минск, то было все бы чисто. Батька бы такого не допустил. А дамы и господа, Бруклин Бич! Какой бич? Бич! Манхэттен Бридж! Бруклин Бридж. Марго Бич. Вот там вот статуя свободы. Вот она. Я хочу, чтобы у нас в Беларуси так само была статуя свободы. Своя. Ну, пока все как свобода была в Беларуси, а потом где? Ну, в общем, вы поняли. Тут круто. До речі, на гэтым месцы калісьці стаяла
правах марачосика, а у 2001 годе отбылся теракт. И померло вельми шмат людей, ну вы памятаете, это жудасный день. И вот зараз тут такий мемориал. Metropolitan Opera. Мара усіх сапран. Ось яна якая. Ось гэта каса Metropolitan Opera, тут можна набыць квіткі. Мы ідзем у Met Opera Shop. Ось уцікачы. Ага. Тыя, хто ўцёк з Савецкага Саюза. Бачыце? $400 стоіць картинка з автографом. Ну вот так от. Я так само утекаш, я так само тут хочу спевать, и потом как бы продавали мои картины с моими автографами. Аминь! Вот, Зорка была моя любимая. А лишь после подзей в Украине уже нелюбимая. Вельми шкода вас, Анна Юрьевна, не трепка. Вам потребовалось некоторое время для того, чтобы разъяснить ситуацию. Покуль... Помирали люди в Украине. Тому, на жаль, клёвая спявачка, але ж як чалавек оказалась неверная. Шкода. Дарэчы, Алла падаравала мне такую сумачку, на якой... Торбачку. Торбачку, напісаны все, ну не все, но такія, типа, класныя оперы. А мы у Метрополитен опера. Нет, так сама. А вось гэта Шагал. Сапраўдны Шагар. 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 Як змагар, только Шагар. Марк, Шагал, і ты шагай. Так, ну што, дарэчы, мы прыйшлі у Нью-Йорку на мюзікл «Призрак оперы», «Phantom of the Opera». Гэта была моя мара. Потому что мне вельми нравится этот мюзикл, я его глядела 100-500 раз на ютубчику и так само удельничала у кастингу и могла спевать в Москве Кристин вельми давно. Олеж, слава богу, не спевала. Я ж зараз погляжу, это правильный мюзикл. Ну что, моя мара здійснилась, я побывала на мюзикле «Phantom of the Opera». Глядите, сколько людей после мюзикла идут, и не только после мюзикла. Но как это было вельми круто, вельми круто. Я просто в шоке. Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Нью-Йорк, я на месте. Концерт будет о 4-й године в украинском доме в этом зале. Концерт шевадал я робить, крадачку занесу. Крадачка тоненькая, холоденькая, а я молоденькая. Крадачка тоненькая, холоденькая, а я молоденькая. Привет, Беларусь! Живи! Давайте, давайте, потом наступим. Давайте, давайте, свистим. Ой, нашел мне вариант. Это ж юная... Чешоточка. Мы считаем Минск. Мы считаем Минск. Так, а каким годе вы шлюбовалися? У 95-м годзе шлюбаваліся. То бок, калі я пайду да шлюбу... І Змітер Єутухович, ці ведаеце такого Змітера Єутуховича, он пісні рахував. А може, Мар, ведаю? Ён тут живе, ён написав пісню «Лянок, лянок, ляночек» спеціально для шлюбу маёй любви «Звоночек». Дарэчы, я ў Нью-Йорку пасля канцэрта, канцэрт быў круты, класна ўсё, прыйшла ў украінскую рэстарацыю і глядзіце, што замовіла. Борщ, сала, цыбуля, хренавуха! Дарэчы, у Брукліне ёсць беларуская царква з помнікамі Касцюшкі і Каліноўскаму. Гэтая царква падпарадковуецца Константинополю, ні БПЦ, ні РПЦ. У нас ёсць свая царква. Ось паглядзіце, як выглядае наша сапраўдна беларуская царква ў Брукліне.
Ось, калі моим бабулечкам показать, что тут сидеть можно, а не стоять, як у РПЦ, БПЦ. И нават тут службы проходить на белорусской мове. И, ну, уже шмат гадоў ёй. Першая служба отбылася у 57-м годзе. Можно нормально Богу молиться. А не как эти всякие Кирилы и Вениамины, какие подтримливают войну. Вы бачите, что у Америки можно найти белорусскую библиотеку. Все шафы заняты так само периодичными данными книжками. Венская. Драники наши. Как белорусы повинны робить драники? Наши все белорусские. Гойте мне взламываются. Американская бульба. Нетрусная. Это все фальшивка. Это все фейки, что за окном дождь. У меня в телевизоре показывают, что тучки и никакого дождя. Надо верить в телевизор. Беларуси же верят в телевизор. Вот и я веру. Все фейки. Крутей, тут у Нью-Йорку по стародавней традиции, если ты хочешь быть счастливой, треба... Ну, зараз вам покажу, что. Вот, бачите? Треба потереть пипишку у этого мужика. Так, я вельми хочу быть счастливой, тому сейчас потру. Только это я сейчас замажу, чтобы вы не видели. Это 18+. Плют. Только. Короче, исторический момент. Я иду за счастьем. Для Беларуси. И за деньгами. Посмотрим. Если после этого я стану богата, делайте как я. Смотрите, треба потереть яйца быка. Бычьи яйца, так сказать. По-черному. Ну все. Теперь руки не буду мыть.